Роза Качинок, это болит спина. Благодарю, Петрович. А плечо-лопаточный переартрит или синдром, вот очень правильно сказано, синдром сухого плеча, тоже к этому синдрому относится эмоциональному. Я ответил, оказывается, все начинается с или от позвоночника, а именно от шейного отдела, а далее нарушается питание в области шейных позвонков, и уже оттуда идет постепенное усыхание нерва, постепенно, что приводит к синдрому сухого плеча. То есть вот, делаете она только хрус-хрус-хрус-хрус. Посмотрите про медовый массаж, он вам весьма и весьма поможет. То есть медовый массаж как раз позволяет, ну, с одной стороны, вообще-то надо шейкой крутить, вертеть потихонечку, разминать ее, устранять вот эту вот зажатость, она бывает такая. А зажатость иногда бывает, и чаще всего она бывает из-за того, что у нас эмоции. Эмоции, эмоции, эмоции. Мы эмоционируем по любому поводу. То есть у нас вообще цивилизация эмоциональна. Поэтому мы так и реагируем. Поэтому нам и тычут эти эмоции. Так вот, вот эти именно эмоции раз делают наши мышцы такими вот черствыми, зажатыми. И это ведет к, будем говорить, к тому, что ухудшается кровообращение. Кровообращение ухудшается, питание ухудшается. И пошло-поехало дальше. По нерву то там, то сям. То есть она как раз вот идет на лопатку туда, по плечу, сюда. Вот, поэтому, конечно, надо в первую очередь работать над своими эмоциями, а вот эту вот часть, одно дело самомассажик такой небольшой, но замечательно работает в этом случае это медовый массаж. Уж он кровообращение гонит, поэтому посмотрите видео на эту тему медовых массажей, ух, они хорошо дают, то есть, чтобы вот это вот восстановить. Но надо работать над своими эмоциями. Да, эмоции ведут к тому, что они именно вот так вот зажимают. Надо копить разного рода веществ, абсолютно ненужных для жизнедеятельности. Все, Петрович, уже не идет. Не идет, да? Понравился канал? Звони в колокола! Ставь лайки!